Ребята, у нас сегодня будет новый челлендж. Очень прикольный. Да. Ребят, зачем, скажете вы, это все? Мы будем тянуть вот тут карточку, какая выпадет послание, то мы будем откусывать, например. Не только откусывать, мы будем его есть. Вот. Есть. Да. Сразу на меня. Как всегда, удача на моей стороне. Вы пишите в комментариях. За кого вы болеете? Да, голосуйте. А мы начинаем. Давайте по порядку. Давай с собой я, конечно, ребят, все доем и даже не буду выбирать. А я не буду вытянуть карточку. Да, потому что, ребят, я уже придержала столько противных моментов. Да, Яшечка молодец. Посмотри сама. Батат. О боже, все началось. Вот. Смотрите, ребята, вы знаете, что это за овощ? Это батат. Я должна его вкусить в таком виде. Да! Надеюсь, я не умру. Да. Девочки, ставим плюсы, если вы думаете. Ставьте лайк, лайк, лайк. Лайк за собой. Я очень боюсь, что он не умрет. А он не откусывается? Давай, кусай, мы ничего не знаем. Давай. Ты должна укусить, ты должна укусить. Он хоть вкусный? Он на морковь похож чем-то. Реально неплохой на вкус. Он приятный, реально? Ну да, в принципе. Ребята, или она притворяется, не хочет сдаться, что показать, что ей было противно, или на самом деле это приятно. Если кто-то пробовал этот овощ, обязательно пишите в комментариях и напишите, реально ли он так, такой, который описывает Сабо. Мне кажется, теперь очередь Саид, давайте продолжаем наш. Ребята, вы видели моего мишку? Если видели вначале, Саид, то он очень видит, и прикольно эту девочку подсмотрели. Тем временем, смотрите, что это? Жвачка с жвачки, всю пачку. Посмотрим, осилит ли. Давайте, Саид. Поделишься? Да. Интересно, что мне попадет. Пока Саид кушает, вы не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что я там рассказала, как я оформляю свой профиль, потому что очень много вопросов. Подписывайтесь на инстаграм Сабо. Ссылка будет в описании под видео. О май гад! Саид положил всю пачку в рот. Ну как, тебе влезло все? Теперь коробочка двигается к Ясми. Ну-ка. Личи. Я хотела! Ребята, смотрите, что это. Личи, кто знает этот фрукт тропический, обязательно пишите в комментариях. Называют драконьими яйцами. Мне тоже. О, друзья, я буду так пить хочу. Как раз я сейчас буду пить, смотрите, сок. Она ей завидовала. Мармелад, мармелад. Я, если честно, я не люблю сладкое, но я даже мармелад рада, лишь бы мне что-то плохое не попало. Они, конечно, натуральные, да, они не плохие, не сильно сладкие. Кто любит мармелад, представьте лайки. Мармелад от Bon Pari нравится, вот эти с тачками, которые. Я тоже. Да, мне все-таки нравится Bon Pari. Майонез. Всем подписчикам показывает. Очень вкусно, Заюш. Нет. Да. Нет. Давай, пей. Я много выжимаю. Ты так мало выжимаешь, что вообще не выжимаешь. Я в одиночку майонез не люблю. Как тебе? Ребят, я просто выбираю вот такую вот карту. Это гранат. Ну. Я себе повезло. Ешь гранатом. Прям живот. Пока Ясмин будет есть гранат, а я буду выбирать пока. Раз, два, три. Да. Картошка. Я так хотел. Заюш, пробуйте. Гигантский кусок. Смотрите, какая большая капсула. И самое главное, она... В сыром виде. Делай... И непочищенным тоже. Делай... Мы его просто помыли, а теперь ее задача откусить максимально большой кусок, как я. Давай, один, два, три. А можно я не буду его есть? Ребят, прям смотрите и хотите. Это покушать. Я майонез еле как проглотил. Это же вкусно. Как тебе на вкус? Удивительно. Удивительно. Сладкая ватка. Девочки. Я, в принципе, не так
так, что люблю сладковато, поэтому я собой не завидую. Давайте продолжать, Саид, продолжай, пока собой там лакомится. Сладковато. Давай, давай, не читайте. Ты чё глазеешь? Ах, ты хитрый. Саид хитрый, друзья, кто заметил? Зефир попался, смотрите. Яся, твоя очередь. Давай. Поработайте. Давай. Ребят, очень сладкий. Смотрите, что тут у нас. Живой лук. Это лучше, чем лимон. Она будет есть живой лук. Лайк для Яси. Огромный лайк. Прям жирный лайк. Да, брокколи в сыром виде. И вы только поглядите на нее, какая она. Она прям дерево, смотрите. Нет, такой маленький кусок, нечестно, побольше. Да. И как тебе на вкус? Приятный, он очень вкусный, кстати. Я думала, сейчас мне станет неприятно. Киви. Киви, девочки, киви. Это... Что приятно? Очень вкусный, спелый. Это шерсть? С каждым разом все интереснее и интереснее, но в основном гадкие продукты ушли, а тут еще есть шоколадки. Давайте посмотрим, кому это все достанется. Кириешки. Кириешки. О, это же прям лакомство. Ой. Все, Яся, перевыбирает у нас. Ну почему Ясе не везет постоянно яйцо, сырое яйцо? Друзья, пишите Ясе, Ясе. Все, смелость. Я ставлю лайк. Я тоже. Все, друзья, я начинаю брать. Раз, два, три. Вау. Друзья, он острый. Удачи. За нее лайк и комментарий. Он не такой острый, но он все-таки острый. А я горю. Мы передаем коробочку с собой. Ну-ка, ну-ка. Чеснок. Ура! Я избавилась от чеснока. Ура, ура. А чеснок? А теперь воняет. Я не чувствую. Я не могу поменять лицо. И говорить тоже нормально. Все, ребят, осталось только вкусные ингредиенты. Да, только реально вкусные ингредиенты. Ребята, голосуйте за меня, чтобы мне вот попался вот этот сникерс. Друзья, я только что сказала, что вы писали в комментариях, что мне попался сникерс. Смотрите, Ясе попался сникерс, представляете? Держи, ешь, ну-ка. Кусает. Я получу вот это, да? Ну, посмотрим. Да, друзья, это прям решающий момент, потому что здесь осталось всего лишь две бумажки. Голосуйте за меня, чтобы мне шоколадка попалась, Альпин Гольд. Я очень хочу шоколадку. Несмотря, я беру вот это. Ну да. Желе. Везучий стервень бог. Естественно, Альпин Гольд. Я хотела желе. Друзья, как вы думаете, чей ингредиент был самым гадким? Да. Или самым вонючим? Вы можете написать, что из этого вы пробовали и больше всего жалеете. Из противного, не сладкого. И еще, какой момент вам больше всего понравился? Обязательно напишите в комментариях, нам интересно, понравилось наше видео. Если да, обязательно подписывайтесь на наш канал. Он находится в правом углу. Красная кнопочка подписаться. Нажмите, и она станет серой. А еще не забывайте подписаться на мой инстаграм. Я делюсь там не только бьюти-советами, но и обработкой фото и видео. Все по трендам 2020-2021 года. Спасибо за ваш просмотр. За ваш лайк, за вашу подписку. До встречи, до следующего видео, друзья, и всем пока-пока!